Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 6 июня 2021 года. Сегодня день рождения Пушкина. Пушкину сегодня исполнилось бы 222 года. В 1799 году, 6 июня, родился наш гениальный поэт. И я в рамках нашего любимого цикла «Обожившей поэзии замолвите слово» сегодня посвящаю этот выпуск Александру Сергеевичу Пушкину. Вы услышите сегодня такие произведения нашей ожившей поэзии на стихи Александра Сергеевича Пушкина, на стихи наших соавторов. В основном, конечно, на стихи Александра Сергеевича Пушкина вы услышите сегодня, сейчас. Александр Сергеевич Пушкин, «Признание». Недавно я написал этот романс. Затем, вот только-только написал на стихи нашей замечательной поэтессы Вероны Шумиловой из цикла «Слово о Пушкине». За этот цикл Верона Шумилова в Нью-Йорке была удостоена премии. Сейчас не помню, как это все называется. Не важно. Важно то, что Верона Шумилова из цикла «Слово о Пушкине» композиция называется «На балу». Затем послушаем короткую, замечательную композицию на стихи великого поэта «Я здесь и не Зилья» в нашей версии. Затем Александр Пушкин поэту, музыка исполнения «Везде» Самойла Фроморовича. Затем «Я пережил свои желания». Далее «Талисман». Затем послушаем «Увы, язык любви болтливый». Далее «Что в имени тебе моем». Затем «В часы забав и праздной скуки». И, наверное, закончим композицией «Я вас любил». А если успеем, то еще послушаем композицию «Зимний вечер» на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Все композиции здесь придуманы, сочинены, исполнены Самуилом Фроморовичем. Это гордость нашей ожившей поэзии. Скоро будет книга «Великие поэты в ожившей поэзии», куда мы включим, безусловно, и этот цикл, и расскажем вам о всех великих поэтах, если успеем, конечно, в нашей ожившей поэзии. Затем мы, наверное, в следующем году издадим книгу «Александр Сергеевич Пушкин в ожившей поэзии». Итак, начинаем. Александр Пушкин, «Признание». Музыка исполнения «Везде» Самуила Фроморовича. Я вас любил, хоть я ошибусь, хоть это трудно в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь, ни лицом, ни поветом, пора мне быть умней, но знаю по всем примерам болезнь любви душе моей. Спасибо.
я весь свой ум. Улыбнетесь мне отрада, подвернетесь мне тоска, за день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда запятся небрежно, сидите вы, склонясь небрежно, глаза и пудря густя, я в мгновенье молча нежно любуюсь с вами, как дитя. Сказать ли вам моё несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье, вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в голову вдвоем, и путешествие в обочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви, все может быть так чудно, ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Алина, жальтесь надо мной, не смей требовать любви. Приостанавливаем, к сожалению, должен сокращать, чтобы больше показать вам композиции. Вот здесь наберете Фрумович, Пушкин, и выберите любые композиции с помощью робота YouTube, нажав вот сюда на лупу. Следующая — Верона Шумилова «На балу». Только-только сочинил. Друзья, сегодня 6 июня, день рождения Пушкина. И я сейчас свою новую композицию «Экспромт» на стихи Вероны Шумиловой из цикла «Слово о Пушкине». За этот цикл о Пушкине Верона Шумилова стала лауреатом международного конкурса поэта пушкиниста в Нью-Йорке. Композиция называется «На балу». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Плавно скользя на зеркальном паркете, парозапанной под грозьями свеч, юное диво, забудьте на свете, ручкой касалась там безрых плеч. Юная дива, забыв все на свете, ручки касались дантесовых плеч, и затаилась в истоме планета. Знаки влюбленные шелка, кружева, хмурятся черные, и поэта нигнет ключи, его голова хмурятся черные, брови поэта нигнет ключи, его голова пылкой сердце без меры страдает, подал чести. Тревогу бью, весь ряда грациозно взлетает, как же поэт ее нежно любил. Весь ряда грациозно взлетает, как же поэт ее нежно любил. Кружится взгляд за красавицей юной,
стекает чужой болезнь, вновь обрывая душевные струны, разрождает великий поэт. Вновь обрывая душевные струны, разрождает великий поэт. Гневно бунтует строка за строкою, мысли мешая французская речь. Снова беспечно, прелестной рукою ангел касался дантесных плеч. Снова беспечно, прелестной рукою приостанавливаем. Следующая композиция «Я здесь и Мессия». Музыка исполнения «Везде со мной лохмы». Друзья, вы слушаете новую музыкально-политическую композицию на стихи именинника Александра Сергеевича Пушкина. Композиция называется «Я здесь и Мессия». Музыка исполнения Самойла Фруковича. Иди из интернета. Я здесь, Везилья, я здесь, под окном. Объята Севилья и братом, и сыном. Исполнен отвагой, а утоплощен. С гитарой и шпагой я здесь, под окном. Ты спишь ли, гитары тебя разбужу? Проснется ли старый, печок уложу? Желтой петли горошку привет. Что мелешь, уж петли запели гостей. Ты спишь ли, гитары тебя разбужу? Проснется ли старый вечер уложу? Желтой петли катушку привез. Что веришь, уж нет ли соперника здесь? Я здесь, Везилья, я здесь, под окном. Объяты семейными мраками сном. Я здесь, под окном. А я на Севилье, и сну. Следующая композиция. Спасибо. Александр Пушкин, поэту. Друзья, послушайте новую музыкальную поэтическую композицию к сну. На стихи великого Александра Сергеевича Пушкина. Композиция называется «Поэту». Музыка исполнена Самойла Фруковича из цикла «Ожившая поэзия». Yes.
Приостанавливаем. Следующая композиция. Я пережил свои желания. Я пережил свои желания. Музыка исполнена Самуила Фомовича. Видео из интернета. Из цикла «Ожившая поэзия». Свои мечты остались мне одни страда, плоды сердечной пустоты под бурями судьбы жестокой. Цветущий мой венец, живу печальный, одинокой, и жду, придет ли мой конец. Живу печальный, одинокой, и жду, придет ли мой конец. Поздним хладом пораженный, как буре слышен зимний свист. Один на ветке обнаженной трепещет запоздалый. Свои желания я разлюбил, свои мечты остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты остались мне. Приостанавливаем. Следующая композиция. Александр Пушкин. «Талисман». Волшебница,
боясь, он мне вручила талисман, и ласкаясь, говорила: сохрани мой талисман, в нем таинственная сила, он тебе любовью дан, от недуга, от могилы, в бурю, в грозный ураган. Головы твоей, мой милый, не спасет мой талисман, и богатствами востока он тебя не одарит, и поклонникам пророка он тебе не погорит, и тебя, алого друга, от печальных чуждых стран в край родной на сердце юга не учит мой талисман. Но когда коварный очи очаруют вдруг тебя, и люста во мраке ночи поцелуют, не любя, милый друг, от преступления, от сердечных новых ран, от измены, от забвения, сохрани мой талисман, от измены, от забвения, сохрани мой талисман. Я останавливаюсь. Следующая композиция. Увы, язык любви болтливый. Все композиции созданы нашей жившей поэзией. Верный мне дар, до сих
далека от гонений или клевету из-за точения, и редко хвалу, и редко хвалую хвалу. Приостанавливаем. Следующая композиция «Что в имени Тебе моем». Следующая композиция «В часы забав или праздной скуки». Друзья, послушайте новую музыкальную музыку исполнения Самуила Григорьевича в виде из интернета «Из цикла «Жившая поэзия». В часы забав или праздной скуки бывало ли моей верилось нежные звуки безумства лени и страстей. Но и тогда струны лукавые невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Но и тогда страны лукавой невольно звон я прервал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я вил потоки слез нежданные, и
и ранам совести моей. Твоих речей благоуханный отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты. И силой кроткой любовной смиряешь буйные мечты. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты. Твоим огнем душа полима, отвергла мрак земных сует, и в облегающий Серафима в священном ужасе поэт. Твоим огнем душа полима, отвергла мрак земных. Приостанавливаем и закончим этот выпуск замечательной композицией, замечательным стихотворением Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил». Музыка исполнения везде Самуила Крамоевича. Друзья, я заканчиваю этот выпуск, посвященный 222-летию Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо вам за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Всем доброго. До новых встреч.